Челябинский кот по кличке Мурзик ходит в баню вместе с хозяевами. Специально к парению пушистого никто не приучал. Кот сам изъявил желание и теперь моется несколько раз в неделю. Я думаю, что ему очень нравится, потому что он сам просится, открываем, зашел, посидел, погрелся, подошел к двери, вышел. Уже 3 месяца так, 4. Хозяин Мурзика обычно прогревает баню до 50-60 градусов. Но кот не боится ни высоких температур, ни даже веника. На то, чтобы попарились все члены семьи, уходит около 3 часов. И пушистый обязательно погреется отдельно с каждым. По словам хозяина, если хвостатый чувствует, что ему пора остыть, он просто спрыгивает с полки и ложится на пол в парной. Там всегда прохладнее. А когда отдышится, возвращается на лавочку. Мурзик уважает не только веник, но и обтирание снегом. Он соблюдает все банные традиции вместе с хозяевами. Даже восстанавливает водный баланс после процедур. Кажется, в ряды зожников закрался кот. Осталось только в качалку записаться.